медицинский центр «Призма», наш постоянный друг и партнер. А мы продолжаем наши прямые эфиры, и у нас в студии Сергей Иванов. Журналист, телеведущий, мы с ужасом обнаружили, что он не был у нас уже 3 года. Наша вина, каемся. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Рады вас видеть. Взаимно. Но как выходцу с Донбасса, первый вопрос о Донбассе. Особенно накануне встречи в Нормандии, куча всяких новостей, россияне отдают корабли, хотя президент сказал, что не будет бриться, пока уже все до конца не закончится, но, надеюсь, скоро повреется. Вот, тем не менее, был какой-то обмен пленными, переговоры постоянно, который ведет Путин с представителями Германии и Франции. И все выглядит так, что можем ожидать каких-то подвижек на нормандской встрече. Я не исключаю каких-то подвижек, но все эти подвижки никоим образом не повлияют на конечную цель России и не изменят той парадигмы, в которой мы оказались. Ну, я не уверен, что мы из нее как-то когда-то выходили, но сейчас она просто очень ярко подсвечена событиями последних 5 лет. И поскольку геополитические интересы России не то что не предполагают, а исключают существование Украины как отдельной геополитической единицы, вот, они могут нас рассматривать только как колонию, поэтому могут быть какие угодно подвижки, это, знаете, шаг вперед, 2 шага назад. Я, конечно, приветствую и очень рад возвращению наших пленных, возвращению наших кораблей. Я дико абсолютно рад успеху Ланы Зеркаль в Гааге и ее команды. Вот, все это меня, конечно, очень радует, но я прекрасно понимаю, что это такие небольшие победы в войне, которая, скорее всего, не закончится никогда. Ого! То есть вы не то, что быстрого мира не ждете на Донбассе, но и какого-то дальнего, я смотрю, не ждете. А при чем здесь Донбасс? Не знаю. У вас хочу спросить. То есть вы думаете, это вообще не про Донбасс? Это вообще не про Донбасс. Это история не о Донбассе. Какая разница, где захватчик построит свой плацдарм? Крым, Донбасс. А если бы он дальше прошел? То есть не нужно Донбасс как-то отрывать от всей остальной Украины. Донбасс — это территория, на которую вследствие длительной подготовки, длительной промывки мозгов местного населения зашли оккупационные войска, установили свою оккупационную власть, поставили сначала своих гауляйтеров, потом провели так называемые фейковые выборы и устроили вот эти вот квазиреспублики, квазигосударства. А по сути дела говоря, это же плацдарм для них обычный. То есть это вот, ну, по факту это оккупированная территория. Сергей, вы так много говорили с украинскими политиками в последнее время. Я думаю, что у вас сложилась уже такая привычная какая-то для вас уже динамика в их взглядах. Вот знаете, у вас не возникало в последнее время такого чувства, что Украина в связи с разными событиями, которые в мире происходят, в Украине, как-то потихонечку разворачивает в сторону России. И вот квинтэссенция какой-то, это было интервью Игоря Коломойского, все-таки «Нью-Йорк Таймс», где он сказал и о 100 миллиардах, которые Украина может получить от России, и в том числе о Варшавском договоре, в который Россия может нас позвать. Ведь мы вспоминаем, что Варшавский договор — это не юридическое объединение какое-то, когда вот Советский Союз вот там общее, да? А это скорее сфера влияния. И вот в этом смысле, когда вот читаешь, пытаешься как-то прочитать что-то между строк, я не знаю, нужно ли что-то читать между строк, я почему-то все время пытаюсь что-то прочитать между строк, а может быть просто, ну, вот все так, как выглядит. Как, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что украинские политики всегда смотрят в сторону личного обогащения. Вот, серьезно. То есть не нужно переоценивать какие-то, как говорят, государственнические их качества и патриотизм и так далее, так далее. Это обычные люди, это срез нашего общества. У нас общество, ну давайте будем говорить откровенно, так себе. Вот, и в
плане общей образованности и в плане травм советских, да, которые очень так четко на нем отпечатались. То есть, а это, ну, как называется, да, вытяжка, да, вот эта вот квинтэссенция этого общества. Естественно, она будет нездоровая, мягко говоря. Поэтому политики, я бы вообще по политикам на самом деле не определял бы то, куда движется страна, как это ни парадоксально звучит. Потому что политики, они, ну, они постоянно переобуваются. То есть я не могу сказать, что если, допустим, ко мне пришел на интервью, ну, например, да, генеральный прокурор, и он в эфире говорит одно, потом он, у меня нет гарантии, что он выйдет с эфира и скажет совершенно другие вещи, как это было у меня, допустим, да, с Луценко, когда он там в эфире там рвет на себе рубашку, галстук и нижнее белье, да, а выходит из эфира и говорит, ну вы же понимаете, что Беркут это как бы часть небесной сотни. Но фактически, да, повторяет как бы тезисы тех людей, которых он преследует, что это как недвуличие. То есть я как бы с уважением, возможно, отнесся бы к его позиции, если бы он это озвучивал публично. Ну, так и все прочие политики. Поэтому говорить о том, что направлены они к России или к Западу, да это абсолютно одинаковые люди. Просто одни в вышиванках, другие без. Ну, серьезно. У них другие ценности, у них прошивка совершенно другая. И она никоим образом не связана с тем, чтобы сделать этой стране хорошо. Вот. Поэтому Коломойский, он олигарх, а соответственно это тоже политик, потому что когда говорят олигархи не политики, как это не политики? Олигарх это политик в кубе, наверное, да, или в какой-то очень такой серьезной степени. И когда он говорит, он точно так проституирует, он пытается подстроиться под ситуацию для того, чтобы утеплить свой тыл каким-то образом. И все. Поэтому где здесь о стране, скажите мне, пожалуйста. Понимаете, судить... Везде о стране, Сергей, послушайте, везде о стране. Судить о стране по политикам или олигархам, это то же самое, что судить о человеке, извините, по прыщам, да, вот. Ну, вот политики такое. Зависят, украинские политики зависят от украинских олигархов, насколько сильно? Исключительно, да. Ну, есть... я не хочу говорить на 100%, но процентов, ну, я бы оценил это процентов 90. Тогда кто определяет украинскую политику? А? Тогда кто определяет украинскую политику, если идти в такой логике? Кто определяет украинскую политику? Конечно. Куда нам двигаться, какие решения принимать? Мы говорим об обществе или мы говорим о политике? Мы говорим о стране. Ну, олигархи, естественно, влияют на нее. Естественно. Ну, на олигархов же тоже влияет. Вы думаете, что Коломойский совершает такие головокружительные кульбиты, потому что ему так хочется? А почему? Ну, совершенно очевидно, что у человека возникли серьезные проблемы. Проблемы как в Украине, так и за ее пределами, и в основном за ее пределами. Мы прекрасно знаем из открытых источников о преследовании, ну, не его лично, да, я не видел ордера на его розыск, скажем так, но о судебных процессах, об ордерах, которые замораживают его активы и так далее, и так далее. Вот, поэтому, как бы, олигархи, ну, это... Я бы не стал просто их ставить во главу угла, потому что, ну, как бы, если на каждого политика найдется свой олигарх, то на каждого олигарха находится человек с гораздо большими тестикулами и возможностями. Но я почему спросила? Это ведь Коломойский это просто такой, ну, пример, да? Ведь на самом деле после Майдана все же заговорили о том, что пришел конец украинским олигархам в том понимании, в котором мы себе их видели, знали. Дело в том, что, понимаете, вот у нас почему возникло, извините, пожалуйста, у нас почему возникло здесь легкое недопонимание, потому что вы говорили о том, что политика разворачивается в сторону России или в сторону Запада. Я говорю, что нет никакого разворота. Они эгоцентричны абсолютно, они работают на себя. А развороты происходят только в силу сложившейся конъюнктуры. Да? Вот скажем, как в 2014 году, очевидно, была одна конъюнктура, в 2019 году уже совершенно другая конъюнктура. Делает ли это честь этим людям? Очевидно, что нет. Но не нужно вот поэтому судить о политике. Вы думаете, как много украинцев сейчас хотят помириться с Россией?
Ну, даже, вот эти, даже если брать, вот, даже если вот мы будем учитывать вот эти вот все медийные, знаете, соцопросы, которые у нас на самом-то деле выполняют функцию совершенно другую. Да? Где 56% украинцев хорошо относятся к россиянам? Ну, это бред. Ну, я, это результат опроса, извините. Послушайте, моя мама плохо относится к россиянам. Учитель русского языка и литературы с фамилией Иванова. Понимаете? То есть, ну, возможно, она не настолько кровожадна, как некоторые люди, но она плохо к ним относится. Это при том, что у нее родная сестра там живет. Поэтому не надо все-таки верить всему тому, что публикуют социологи, политтехнологи. И вообще надо меньше смотреть вот в эту медийную клаку, которой, к сожалению, мы часто забываем, кто есть кто. Подождите, медийная клака, это вы сейчас вот телевидение так обозвали? А при чем телевидение? Я вообще говорю, что у нас наша медийная сфера, она очень... Вот, пытаюсь подобрать слово, это... Но это отдельная реальность совершенно, понимаете? То есть это отдельная реальность. Это вот когда, как Бодрияра, гипреальность, вот, вот то же самое медиасфера. Вот, она не имеет практически ничего общего с реальной жизнью. А она тогда ближе к чему? К пропаганде или нет? Она ближе к отстаиванию ситуативных интересов людей, у которых есть деньги. Вот и все. Вот очень много в последнее время говорили о деолигархизации средств массовой информации. Mm-hmm. А, ну вот если так посмотреть объективно на эти процессы, то это, наверное, невозможно. А, потому что вспоминается такой там российский вариант, да, когда мы знаем, что было и во что это превращается. Ну и с другой стороны вспоминается там западный, тот же самый американский вариант, где крупные бизнесмены, они же, ну, наверное, в чем-то олигархи, потому что они всерьез занимаются политикой. Mm-hmm. Тоже держат эти телевизионные каналы. То есть mm-hmm. непонятно, вы думаете, вообще возможно вести речь о какой-то олигархизации? Я не уверен, что это повлияет очень сильно. Я вам скажу честно, когда я работал на канале Коломойского, я с Коломойским ни разу не общался по поводу контента шоу. И более того, я очень редко общался с CEO, да, с генеральным директором. То есть мы как-то в основном сами существовали в этом, во всем. Но снова-таки, да, когда ты работаешь на олигархическом канале, извините за грубую метафору, ты можешь изогнуться, можешь напрячься и сделать себе филиацию, но при этом все равно тебе будет говорить, что ты делаешь филиацию олигарху. Поэтому здесь во многом вопрос штампов, клише и паттернов. Поэтому здесь, как это ни странно, я вам скажу, все зависит от журналистов. Почему? Потому что когда коллектив высказывается против чего-то, его обычно слышат. Там, где коллектив молчит, как мы это видим, ну, в частности, на телеканалах Медведчука, там же особенное молчание, такое гробовое, понимаете, тогда все протекает, вот как решил олигарх. На плюсах хотя бы, вот я помню, там были ситуации, связанные и с женой Медведчука, которая принимала участие в шоу, и с редакционным договором накануне предвыборной кампании. Сказать, что это повлияло на 100%, конечно же, нет. Потому что, ну, разные журналисты имеют разные моральные ценности, да, и разные отношения к профессии. Потому что, допустим, мог выйти... Ну, могла выйти, ну, я вот, к примеру, да, там Юлия Брыска, да, ведущая, которая говорит, что я вот, я не хочу к этому иметь никакого отношения, только объективные новости, потому что я не буду по-другому. Вот, а программа «Гроши» могла выпустить ролик в тот же день про Порошенко, брата-убийцу. Понимаете? Поэтому это очень сложные вот организмы. Поэтому я не думаю, что олигархи определяют все на телевидении, хоть они и владеют этим на самом-то деле. Если 100 человек, 1000 человек, которые работают на телеканале, придет к олигарху или напишет там обращение, что ну, мы готовы уйти. Да, мы готовы уйти. Если вы будете нам навязывать свою волю, вот он их услышит. Конечно, он может всех выгнать, придет и набрать других людей, но у него уйдут миллионы долларов и огромное количество времени, которым олигархи, как правило, не обладают. Для них это самая дорогая валюта — время, потому что ты, пока ты будешь заниматься этими вопросами, тебя уже съедят и спустят в унитаз.
И таким образом ему это тоже, им олигархам это тоже невыгодно. Поэтому все, как правило, находится вот на вот этом вот, да, в самой порочной стадии, стадии какого-то полукомпромисса, такого, знаете, довлатовского, такого паскудненького. К сожалению, это так, да. Как вы относитесь к вот, разрабатываемому прямо сейчас законопроекту о регулировании средств массовой информации? Бред. Ну, давайте более конкретно. Почему бред? Я не знаю. А как же с пропагандой еще бороться? Вот. Послушайте, я не знаю, как можно конкретно говорить о бреде. Но мы можем, конечно, открыть закон и сейчас убить час на... Что вас больше всего смущает в этом? Меня смущает то, что государство лезет туда, куда оно не должно лезть. Понимаете? Есть один только способ добиться... вот. Оздоровление вот этой медиасферы, да, медиасреды, о которой мы с вами говорили, это создать рынок. У нас нет медиарынка. Как вы сами сказали, у нас один олигарх воюет с другим олигархом, но это не рыночные взаимоотношения, это битва петрушками. Да? Вот знаете, это как Чапаев, они журналистами друг друга, вот, или там телепрограммами колят, бьют своих политических оппонентов и так далее, и так далее. Но ведь это же нездоровая абсолютно ситуация. Поэтому нужно создавать рынки, конкуренты. Ну, то есть никто ничего не придумал, только конкуренция. Это двигатель вообще эволюции, торговли, который способствует появлению каких-то абсолютно здоровых институтов, новых смыслов и, самое главное, здоровых отношений в этой сфере. Сергей, я не знаю, как у вас, но у меня там в свое время были такие идеальные представления о западных средствах массовой информации. Например, там вот BBC, CNN, это были стандарты такие вот сбалансированной подачи материала, там, журналистской этики и многих других, там, то, о чем мы там в свое время, да, часто читали, говорили, пытались применять. Так вот, если посмотреть на то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, то там уже прослеживается другая тенденция, когда каналу или средствам массовой информации совершенно не стыдно заявить о своей какой-то политическом своем предпочтении тому или иному кандидату и следовать уже в рамках вот выбранной ими позиции. То есть это как бы совершенно другой взгляд на свободу слова. Вот что вы думаете по этому поводу? И в этом смысле считаете ли вы, что тогда, ну, украинское телевидение, оно, ну, по большому счету, вот, и вписывается во все эти мировые стандарты? Нет, там есть очень существенное различие, понимаете? Ну, давайте об этом поговорим. Оно как раз и заключается в том, что вы сказали, потому что там люди позиционируют и говорят об этом прямо, что мы вот наши позиции, да, вот наше кредо. А у нас никто не говорит, у нас говорят, что мы объективны, непредвзяты и вообще, у нас, мы можем простыню показать, извините меня, мы вообще были, пардон, незайманными, да, пожалуйста, вот так, вот в этом и все отличие. На самом деле, вы абсолютно правильно заметили, что не стоит переоценивать западные средства массовой информации, почему? Потому что они точно так же давно разбились по лагерям, и, как я уже сказал, да, единственных отличий то, что они как бы не скрывают. Понятно, что есть CNN, которые топят за демократов, да, есть Fox News, которые топят за республиканцев, трампистов и так далее. Точно так же и в Великобритании есть те, которые поддерживают Brexit, те, которые поддерживают там леваков, да, там типа этого Корбина, да, этого сумасшедшего. Вот, и не менее сумасшедшего Бориса Джонсона есть. Более... Обозвали ни за что премьер-министра Германии. Ну, я... премьер-министра Великобритании. Ну, я, ну как я его... Понимаете, я к нему... Я хорошо отношусь к его русофобии, но я плохо отношусь к Брекзиту, серьезно. Ну, причем, когда я об этом говорю, это, наверное, не мое дело, но у меня живет очень... Я там часто бываю, у меня очень много... друзей. И люди серьезно страдают от этого. Фунт упал и так далее, и так далее. Возможно, в какой-то долгосрочной перспективе это как-то и даст какие-то свои позитивные плоды, да, когда начнется там коллапс Европы полнейший. Как Кейт Темпест, да, поет там «Europe is lost». Вот, возможно, да, и они смогут там построить, но это какая-то такая уже утопическая далекая реальность. Я не думаю, что Джонсон... дай бог ему долгих лет жизни, я не думаю, что он до этого доживет. Ну, хотя, с другой стороны, я же говорю, там есть абсолютно, есть Джонсон, есть Корбин, да, и это такие яркие, сумасшедшие, пассионарные личности, которые
друг с другом воюют. Ну, как у нас, Юлия Тимошенко, там, Ляшко, да, там, вот, и прочие. Лиза Богуцкая, прости господи, ну, такое все. Зеленский? Ну, Зеленский. Порошенко? Я Зеленского и Порошенко не считаю сумасшедшими. Они прагматичные люди. А Юлия Тимошенко не прагматична? А Юлия Владимировна одержима. А Ляшко разве не прагматичен? Ляшко? Да. Ляшко прагматичен, Ляшко одержим прагматичностью. Политик должен быть одержим или нет? Я бы хотел, чтобы они не были одержимыми. Политик может стать одержимым, может быть одержимым какими-то здоровыми идеями, а не желанием получить власть любыми способами, любыми коллаборациями и любыми подлостями. Вот и все. Ангела Меркель объединилась и создала коалицию много лет назад своими рьяными оппонентами, и тем не менее. Ну, я не могу сказать, что Ангела Меркель как раз прагматичный политик. Она все просчитала, там все просчитано. Если бы она... Вы знаете, я думаю, что вот именно... Одержимость Юлии Владимировны властью как раз является главным препятствием на пути ее к этой самой власти, да, к реализации своих планов. У Меркель все просчитано было. Вот, от и до. Разве не все политики борются? Разве не цель любых всех политиков прийти к власти? Это же их главная цель, согласно всем политологическим теориям, которые существуют в мире. Да, но вопрос не в этом. Вопрос, как ты используешь. Получить власть не так сложно на самом-то деле. Ну, серьезно. То есть даже я там человек, который абсолютно оторван от этой среды, получал постоянно предложение стать народным депутатом, там, заместителем главы СБУ и так далее. И так далее. Да серьезно? Ну, конечно, да. Ну, это публичная информация. Ничего То есть себе. Власть может просто рухнуть на тебя абсолютно просто. Ну, я, к счастью, все свои рецидивы властные, рецидивы, так сказать, маниакального увлечения властью исчерпал еще к 26 годам, к 27. До этого вы были просто юны, не понимали все... Нет, как раз я просто увидел все и подумал, вот это и все. Вот в этом вся жизнь, камон, зачем это все? Вот, поэтому, как бы, да, власть можно получить достаточно просто. Вопрос, как ты ей распорядишься. Вот. Если ты будешь наживаться, заключая там, для своей страны какие-то там сумасшедшие контракты и зарабатывать на офшорные, класть на офшорные счета миллиарды, вот это как бы один, да, способ. Другое дело, как бы сделать свою страну самой процветающей в Европе, допустим, как Германия. Это уже совершенно другое дело, согласитесь. Ну, вот. Но в одном, да, вот я думаю, что как бы, я думаю, и вы согласитесь со мной, что политика — это все равно увлечение. Это способ жизни. Вот я не завидую этим людям, честно. У них настолько бедная и неинтересная жизнь. Ну, представляете? Это нам-то кажется, а может им кажется по-другому. Они-то как раз думают, что может быть у них самая интересная жизнь. Ну нет, но ведь она же абсолютно, она же, ну это не жизнь, это какое-то синтетическое времяпрепровождение. То есть ты всегда подчинен чьим-то интересам. Тебе всегда нужно казаться лучше, чем ты есть. А ведь какое удовольствие быть тем, кем ты есть на самом деле. Какая радость, когда не нужно лицемерить, когда не нужно ну, вести себя согласно, не нужно себя втискивать в некие паттерны, потому что эти паттерны, они тоже не очень здоровые, особенно в нашем обществе, когда ты должен быть кем-то средним между успешным секретарем райкома, бизнесменом и со знанием английского, например. Вот и все. Ну вот примерно так. То есть у нас же все равно, у нас электорат кого любит? У нас электорат продолжает любить комсомольцев. Ну, очень интересно. Подождите, вы сейчас хотите сказать, что Зеленский и его команда пришли к власти, потому что они комсомольцы? Ну конечно, это же так, комсомол. А слушайте, да? Интересно, я, кстати, кого привели в парламент? Ну, стадо комсомольцев, ну, можно сказать, пионеров, да, там некоторые до комсомольцев явно еще не доросли, кстати, в когнитивном вот все эти смысле. Вызовы, кстати, вот все эти вызовы, о которых вы говорили, они вот стоят сейчас перед командой ведь Зеленского, правда, когда вы говорили, очень хорошо быть самим собой, а не получается, приходится жить так, как от тебя там требуют. Это вот все перед ними стоят. Конечно же. И большинство скандалов, которые возникают со слугами народа, это как раз следствие того, что они не очень умело себя в
всовывает вот в эти паттерны типичного украинского политика. Вот если бы вы, как опытный человек, который кучу сделали интервью с украинскими политиками, и не только интервью, и разговаривали с ними много раз. Вот вы скажите, профессиональный политик и непрофессиональный, есть такое понятие в Украине? И вы признаете, что, например, там, кто лучше, профессиональный политик или непрофессиональный политик? Вот вы для себя как определяете? Безусловно, профессиональный политик, есть такая, да, наверное, дефиниция, я бы сказал. Другой вопрос, насколько эти профессиональные политики профессиональны, это уже другой вопрос. Простите уже меня вот за повторы, за тавтологию. Кто лучше? Знаете, это вот извечный спор. Я слушал недавно подкаст писателя Поляринова, который «Бесконечную шутку» перевел. И там вот как раз поднималась тема, может ли хороший писатель, должен ли хороший писатель быть хорошим человеком. Понимаете? То есть ведь большинство гениальных писателей были конченными мразями. Ну давайте, да, Сартр. Вот, что он делал с женщинами? И не только. Бодлер, боже мой, ну кто угодно. Ну, у каждого были свои склонности. Да, Буковский, да, Довлатов, да. Лев Толстой, в конце концов. Я не очень люблю этого писателя, но он великий, вопросов нет. Я уже молчу про Достоевского, да, и так далее, и так далее. То есть, знаете, мне плевать, каких моральных качеств политик. Мне абсолютно плевать, с кем он ложится в постель, когда он приходит, с мужчиной, женщиной, с млекопитающим каким-то другим, вот, лишь бы не с детьми, потому что это уголовно наказуемо, ну и вообще неправильно. Мне абсолютно плевать, кто эти люди. Вот. Мне хотелось бы, чтобы они выполняли свою функцию. И выполняли свою функцию профессионально. Вот. Ну, слушайте, вот сейчас мы сидим, да, горит лампочка. Ну, вам плевать же, да, как она себя чувствует. Вот. Что, она ощущает, когда ее включают, что ее ощущает, если когда горит, ее выключают. То плевать, а если не горит, то не плевать. Ну, вот то же самое касается и политика. Ну, серьезно. Ну, то есть политика — это... это часть государства. Что такое государство, я всегда говорю. Государство — это кофеварка. Его задача правильно варить кофе. То есть выполнять свои функции чисто технически. Государство — это некий, это не тотем, это не сакральный какой-то там идол, да, и божок, да, на которого нужно молиться. Государство — это функция, это механизм, это унитаз, туфли, кофеварка, пылесос, все что хочешь. Вот это то, что работает. Вот. А уже страна, нация — это уже совершенно другие понятия, об этом нужно говорить уже отдельно. Если государство — это такая простая функция, оно должно выполнять простую функцию, почему мы не можем до сих пор отладить эту простую функцию? А кто вам сказал, что кофеварка — это простая функция? Ну вот вы сейчас можете взять ее, разобрать, спаять и собрать? Я нет. Ну вот и все. И государство — это не простая функция, безусловно. Это сложный механизм. Нет простых механизмов. Вот у нас вот телефон, да? Казалось бы, безделушка. А сколько поколений, столетий человеческой эволюции в него зарыто? Поэтому простых вещей вообще в принципе не бывает. Если тебе какая-то вещь кажется очень простой, это свидетельствует как раз о том, что она неимоверно сложна. И государство — это сложная штука. Да? И поэтому там должны приходить операторы обычные, и каждый на своем участке обеспечивать максимальную производительность этого механизма, не более того. Ну а когда мы начинаем, це ж держава, я державник, да я сейчас порву себе пиджак напополам, пока буду тут креститься на купола и петь гимн, да, и буду петь гимн до тех пор, пока у меня гланды не выпадут вместе там с челюстью на землю. Вот. Ну это же бред на самом деле, ведь ну, это уже... Знаете, это какое-то неоязычество, это наделение абсолютно обезличенного и обездушенного, неодушевленного механизма некими такими сакральными функциями. Ну, то есть они какие-то мракобесы, абскуранты чертовы и все. Те люди, которые так относятся к государству. В последнее время очень часто говорим о том, что очень разделенное украинское общество, и в этом смысле и проблема с Донбассом еще глубже, потому что общество разделено даже по каким-то мелким, незначительным вопросам. А в чем, видите ли вы такое разделение, в чем проблема, и можно ли преодолеть? Искусственное или естественное?
Безусловно, и искусственное, и естественное разделение присутствует. Донбасс как раз здесь ни при чем. Я бы Донбасс как раз вот почему-то всех... Давайте будем говорить о Донбассе. Ну давайте так, да? Завтра ушли оттуда, там, выбили боевиков, зачистили, русские отошли. Вот. Мы будем как-то по-особому относиться к этой территории? Я думаю, что нет. То есть все вернется на круги своя, вы нет, считаете? Нет, я таких прогнозов не даю. Я думаю, что нет, потому что никто не уйдет и никто не зачистит. А если уйдет? Ну, это, знаете, если завтра прилетит волшебник в голубом вертолете, он не прилетит, потому что, ну, если голубой вертолет еще можно поискать, то волшебника, к сожалению, не существует. Вот, поэтому, многих детей, знаете, волшебников. А я не к детям сейчас апеллирую. Голубой вертолет, знаете, это света ООН, поэтому я бы хотел, конечно, чтобы приземлились голубые вертолеты, желательно. А, это вы о миротворцах просто. Да, вот, в голубых касках. Вот. Но, к сожалению, они не приземлятся. Поэтому, как только эти волшебники в голубых вертолетах и касках там приземлятся, тогда уже можно будет говорить об оздоровлении. Вот. Поэтому я бы... вернемся к расколу. Угу. Раскол, безусловно, присутствует, но он на гораздо более сложном и глубоком уровне, нежели принято считать. Это раскол не на поклонников Порошенко и поклонников Зеленского, упаси Господи. Это раскол даже не на пророссийские и антироссийские ориентированных людей. Это вопрос, этот раздел пролегает в плоскости сознания советского или постсоветского сознания и сознания уже здорового, очищенного вот именно от всех этих бацилл авторитаризма и рабского мышления. Чем советское? В этом смысле я вам скажу сейчас такую страшную вещь, я не знаю, насколько, конечно же, правильно меня поймут, да плевать на самом-то деле, пускай понимают, пускай стараются. Вата на Донбассе в своем подавляющем большинстве практически ничем не отличается от ваты киевской, например, или от ваты тернопольской. Так а что тут удивительного? 35% киевлян проголосовали за Януковича как президента. Что? Нет. Как нет? Ну это же известная статистика. Но я не говорю о том, нет. Так это, ну. Да нет, как раз плевать, за кого они голосовали, вы не понимаете? Нет, но это же внутреннее выражение внутреннего состояния, то есть как они мыслят? Нет. Или вата это кто в вашем понимании? Нет, вата это люди, одержимые некими советскими... Ну, я часто употребляю это слово, но для меня это вот такой эпитет, который подчеркивает наиболее костные и инволюционные процессы в человеке. Да? То есть это люди, которые могут себе позволить указывать другим, как им себя вести. Это люди, которые культивируют некие ритуалы, присущие там совку, да, это люди, у которых раболепство, вот это вот вшито, да, вовнутрь. Это люди нетолерантные, это люди закрытые к современной культуре, это, как правило, какие-то гомофобы и так далее, вот это вот это все советское. В западном мире есть такие люди? Да, но они там считаются фриками. Но их не меньше, чем у нас. Я думаю, намного меньше. Почему? Я уверен, что намного меньше. Ну, толерантность как отсутствует? Потому что, ну где? Ну, в западном мире точно так же отсутствует. Кому? Толерантность к очень многим странам. Например? Обществу. Ну, я не знаю, давайте вспомним там во Франции за карикатуру Шарли Абдо, что там произошло, вспомните, да? Пришли, расстреляли и так далее. Это все... Причем, послушайте... Это послушайте, очень важный нет, как раз там фрики, фундаменталисты, которых меньшинство, и которые вообще... Ну, то есть это совершенно была спланирована террористическая атака. Пришли и отомстили конкретным людям. То есть, извините меня, там 70-е годы уже Харви Милка выбирали, там, или 80-е, когда он, то я забыл, когда его выбирали, были эти выборы. Вот, то есть там в 60-е годы афроамериканцы приходили, устраивали уже, отстаивали свои права, и государство с этим соглашалось. У нас абсолютно этого, к сожалению, пока еще очень далеко. Мы, я не знаю, вот если брать, да, по американской шкале, вот, снова-таки я не идеализирую Америку, страна с кучей проблем и по большому счету тоже авторитарная. Но если брать по американской шкале, мы где-то 40-е годы. Вот сразу после Великой депрессии. Вот сразу, только-только-только выходят. Так вот это у нас еще какой долгий путь? У нас?
Да, естественно. Ну, я не уверен, что мы его пройдем на самом деле. Почему? Потому что пока не начнут работать институции, пока... Институции, вы имеете в виду государственные институты или что? Да, ну не только государственные. Понимаете, что такое суд? Суд это государственный институт или общественный? Ну, наверное, все-таки государственный. Но это государственный только с точки зрения помещения, судей, статуса, ну, да, охраны и так далее, и так далее. А вообще судья это что? Какой, вот как вы думаете, наибольший актив, главный актив судьи какой? Как вы считаете? Ну, репутация, конечно. Нет, это что? Доверие людей. Ну, вот я это и связала, репутация, да, если у тебя хорошая репутация, ты честно ведешь, проводишь суды, ты не берешь взятки, то, наверное, отсюда и строится доверие людей. Это доверие людей, это серьезное, институциональное, ну, то есть, как бы, вот это вот отношение, да, людей к суду, которое складывалось там в течение многих сотен лет. У нас, к сожалению, такого нет. Ну, я надеюсь, что когда-то будет. И потому что если не будет, ну вот. Знаете, отсутствие нормальной судебной системы убьет эту страну быстрее, чем всевозможные экономические цейтноты. Нам, на самом-то деле, мы можем пережить сотню дефолтов, но жить дальше с неработающей судебной системой, вот, мы уже не можем. То есть, если прибегнуть к животворящей силе метафоры, то Украина — это тело, подключенное к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Вот. И... Это кто? Что этот аппарат? Кто эти люди, которые являются аппаратом? Это наши западные партнеры, это деньги, которые нам дают? Или что это такое, этот аппарат? Как его пощупать? Как в его основном понять? Это, конечно же, наши партнеры. Да, в основном, ну, и в данном случае западные. Раньше была Россия, потому что она так точно да, вбрасывала деньги на поддержание какого-то здесь, так сказать, признаков жизни. Ну и у нас есть большой плюс, что у нас есть... огромное количество неинфицированных или инфицированных незначительно клеток, которые борются за выживание этого организма внутри при поддержке, естественно, вот этого вот аппарата жизнеобеспечения. Кто эти здоровые клетки? Это новые политики, это технократы, это журналисты, это гражданское общество. Кого вы отнесете к этим здоровым клеткам? Это все люди, которые смогли убить в себе совок. Или которые уже родились и уже не знают, что это такое. За что вы так не любите совок? Что в вашем понимании совок? Ведь в советском периоде тоже были некоторые неплохие составляющие. Я с этим не согласен. Почему? Что вас так смущает в совке? Что для вас совок? Совок — это концлагерь. Ну, послушайте, если вы сидите в концлагере, и вам раз в год принесут бутерброд с черной икрой, вы станете от этого счастливой? Нет, я, конечно, не стану, но... Совок — это концлагерь, в котором ломались вообще абсолютно человеческие сущности. Это концлагерь, в котором в людях воспитывались и культивировались, и поощрялись, самое главное, самые мерзкие человеческие качества и черты. Это стадность, это зависть, это подлость, это готовность сдать... Да, заложить, вот, поощрялось вот это вот все. Это вы сейчас намекаете на закон, который мы приняли о борьбе с коррупцией, когда заложи там соседа, получи 10%, если он коррупционер. Ну, вы об этом сейчас намекаете? О таком отходе от совка? Нет. Ну, в совке ж коррупции как таковой не существовало, ну, как говорят. Да, мы знаем, конечно. Да, потому что там тот, кто имел власть, он брал и так все, то есть абсолютно. А у кого власти не было, тот довольствовался 100 рублями в месяц и рассчитывал копейки, как это делала моя мама. Да? Вот. Ну ладно, 150 она получала. Не, моя мама получала 100 рублей в городе Сватово, в средней школе номер 7, и это легко проверить. На ставку или на полторы?
Просто у меня мама тоже учительница, я помню, что 150 эту цифру. Я, к сожалению, не могу вам точно сказать, но когда отца забрали в армию, вот мы жили на 100 рублей, я это точно помню, это было очень непросто. Да, хотя на самом деле, ну не это главное, меня печалили больше другие вещи. Это оторванность от мирового контекста, это культурного, да, потому что для меня это вообще очень важно. То есть мне когда там, когда включили MTV, вот в 90-м году это было просто, там, и Super Channel это было как глоток свежего воздуха. Знаете, вот привезли баллон с веселящим газом, боже мой, какое это было счастье. Ну ладно, а журнал, вот зарубежная литература, «Новое время», вы же читали? Это же как-то вас приближало. Безусловно, наверное. Я читал. Вы читали в юности «Механический апельсин»? Да. Вот, ну вот как он был безбожно изуродован и изнасилован. Да, вот. Вот я этого не помню. Ну, то есть, тот, кто читал Бёрджеса, или в оригинале, или в полной версии, и который мог его сопоставить с юностью. Просто я перечитывал его, наверное, раз 10, и потом, когда я все-таки у меня появилась настоящая книга полная, вот, я думаю, блин, вот как, зачем они так делали? Я вот не понимаю. Что-то усматривали там? Вот. Ну, вероятно, да. Поэтому давайте не будем мы дальше, наверное, если можно. Нет, если вы не против, развивать тему по поводу того, что было хорошего в Советском Союзе. Нет, я же не случайно. Вы думаете, случайно вас об этом спрошу? Нет, потому что вы сказали, что вот начнется окончательный коллапс в Европе. Почему вы считаете, что там может начаться вот такой вот коллапс? Ну, смотря что подразумеваемо под коллапсом. Не, что вы подразумевали? Я просто думаю, вот за вами записала вашу мысль. Но я имел в виду не столько Европу, сколько Евросоюз. Я считаю, что при всем моем уважении к этой институции, она не выдерживает экспансии с Востока. Она не в силах противостоять. На самом деле, ну, как бы часто бывает, да, там, в Британии, в Америке. Вот, когда говорила, кто... Виктория Нуланд, да, по-моему, в разговоре, когда она говорила, что «fuck you», да? Нуланд, в принципе, понятно, что дипломат, наверное, не может говорить такие вещи, хотя снова такие, и для меня это, в принципе, нормально, вот, во всяком случае, честно. Но ведь это, по сути дела, говоря, отношение ну, большинства таких вот серьезных политиков Соединенных Штатов, к этой структуре Европейского Союза. То есть, когда... Ну, помните, когда в Европу, да, там, Центральную Европу, начинали вторгаться, это было там 700-й год, 800-й, может, да, где-то так вот, перед 1000-м годом, начинали вторгаться норманы, викинги. Вот, Европа, погрязшая на самом-то деле в, ну, немного там, в междоусобицах, вот, хотя не это главное было. Но, по сути дела говоря, происходило то, что происходит сейчас. Сытая Европа не справлялась с вызовами голодной, беспринципной оравы людей, которые хотели прийти, установить свои правила. То же самое сейчас как бы происходит с Россией. И в отличие от ситуации с викингами, это все очень усложнено вопросами газа и прочими вопросами. Вот и все. То есть вы тогда слабо оцениваете, или как вы оцениваете, вот так будет правильный вопрос формулировать, как вы оцениваете тогда будущее Украины в единой, я не буду говорить в Европейском Союзе, а в такой единой европейской семье, как мы привыкли говорить это? Но Украине, ну, какое будущее? Мы и так часть европейской семьи. Если бы мы не были частью этой европейской семьи, у нас бы не было тех проблем, которые мы имеем сейчас. Но давайте мы не будем судить о людях, о нации по справке, которую им выдали или не выдали в Брюсселе. Но серьезно, ведь это же бред. То есть мы и так часть европейской семьи, мы сделали свой цивилизационный выбор. Понятно, что не все, но большинство людей, мы сделали свой цивилизационный выбор. И за этот выбор мы сейчас несем ответственность. Мы страдаем, люди гибнут в том числе за этот цивилизационный выбор. Поэтому сказать, что мы не являемся частью Европы, я не могу. Другое дело,
когда мы станем уже, когда мы получим удостоверение, да, там эту справку, что мы являемся членом Европейского Союза, знаете, я рискну предположить, что Европейский Союз не факт, что просуществует до того момента, когда мы будем в него уже готовы вступать или будем соответствовать их высоким требованиям на самом-то деле. То есть я думаю, что Европу ждет раскол на региональные некие союзы. Ну, то там есть... Бенилюкс, там, да, вот это вот все, как было раньше. Вы, да, тут солидарны с Трампом, который говорит, что мир принадлежит не глобалистам, а националистам? Это же известная его фраза. Ну, вот это тенденции, когда национальные государства начинают играть более важную роль, укрупняются, начинают вокруг себя формировать какие-то союзы. Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Нет, я не согласен. Мир принадлежит тем, кто может себя защитить. Вот и все. И неважно, в армии Германии людей в тюрбанах и в каких-то национальных головных уборах индийских, арабских и так далее, уже не меньше, чем европейцев. Тем не менее, они немцы, и они готовы за эту страну воевать. Вот и все. То есть, все в наших руках. Но вы сказали фразу «мир принадлежит тем, кто способен себя защитить». Да. Украинцы тоже пошли воевать, и вы правильно говорите, и умирают за свободу, но мы не способны на сегодняшний момент себя защитить, к сожалению. Ну, поэтому мир нам пока не принадлежит. Все очень просто, конечно же. Ну, тогда можно по пальцам посчитать страны, которым принадлежит мир. Отнесите. Какие страны вы бы назвали тогда? Штаты? Что? Ну, хорошо. Россия, например. Вы отнесли бы Россию к такой стране? Какой? Которой принадлежит мир. Ну, пока она себя способна защитить, безусловно, конечно же. Так она и защищает свой образ жизни успешно. И неважно, каким образом. Или применением химического оружия в Сирии, или какими-то провокациями там в Африке, или войной на востоке Украины, или перекрытием газа, или, извините меня, применением химоружия где-нибудь в Солсбери. Она защищает успешно, да. Ну, надо это вызнать. Но я же не идиот, не признавать очевидные вещи. Другой вопрос, насколько их хватит. И как быстро они задолбают всех так, что их просто отключат уже от свифта, от всего, и перейдут на альтернативные источники энергии. Когда, как-то не похоже. Когда люди себе все-таки, ну, когда люди поймут или... Понимаете, одно дело понимать, знать, другое дело признаться в этом публично, что на самом-то деле Третья мировая идет уже очень давно. Ну, кто сказал, что она должна выглядеть как Вторая мировая? Ну, ведь мы не удивляемся тому, что Вторая мировая война выглядела совсем не так, да, там, вот как битва под Ферампилами, да, условно говоря. Ну, серьезно. Не, ну, понятно. Вот, да. Поэтому, ну, никто не знает, как Третья война должна выглядеть, мировая война. Вот она так и выглядит. Ну, это... Мое оценочное суждение. Все страны, вот страны, у которых сейчас как бы все в порядке, они себя смогли защитить. Просто у каждых разная угроза. Ведь мы не можем говорить, что, допустим, кому-то угрожают Соединенные Штаты, или Соединенные Штаты, или Россия. Да, два таких огромных, ну, можно сказать, гегемона. Да? Вот. Хорватам угрожали сербы, они отбились. В Африке там кто-то тоже кому-то, у меня есть приятель из Ботсваны, он там лидер оппозиции, ну если жив еще, дай бог ему здоровья, потому что их там отстреливают просто как куропаток. У них там тоже какие-то, то есть у каждого разные вызовы, разные угрозы, и именно твоя способность адекватно на них реагировать и вести превентивную какую-то, после того, как ты отреагировал уже превентивную борьбу, как это делает Израиль, к слову, да, вот, определяет тебя как субъекта. К сожалению, Украина пока еще, не на 100% субъект. То есть она еще не умеет адекватно реагировать на вызов? Нет, Украина держится на достаточно небольшом количестве, ну, соразмерно с общим количеством украинцев, да, пассионариев, которые уперлись рогом, и все.
Поэтому, ну, можно по-разному, можно упираться рогом, там, кто-то в окопе уперся, кто-то здесь, кто-то там борется с коррупцией, кто-то, понимаете, вот Дахабраха, например, они тоже уперлись рогом, потому что они планомерно делают гораздо больше, чем все министерства иностранных дел вместе взятые, и все министерства культуры, да, вообще, то есть рудиментарные вот эти вот все структуры. То есть они несут Украину широким массам. И когда уже появляются украинские песни в, скажем, в сериале «Фарго», да, или когда появляется, допустим, Даха Браха выступает на Гластонбери, или когда, допустим, украинка та же, пускай она никогда не была в Украине, там Кэтрин Винник, да, которая играет главную роль в сериале «Викинги» популярном, вот, а она пластунка и так далее. Вот что, собственно говоря, делает, ну, где люди упираются. Это тоже очень важно. Сергей, какие вызовы вы бы сейчас обозначили для Украины? Один, может, вызов, может, два, может, три, вот, которые вы считаете критически важными сегодня? Знаете, я, живя в Киеве, сменил много квартир. Позвольте, я издалека зайду. Конечно. Я сменил много квартир. И переезжая, мы всегда сталкивались с проблемами в инфраструктуре, потому что мы, допустим, ну, мы немножечко упороты вот по зеленой этой теме, да, вот нам надо, чтобы сортировка мусора, ну, то есть вот это вот все. И когда мы приехали в один из домов в центре, оказалось, что нет специального мусорника для пластика, вот, контейнера. Вот. Жена очень долго звонила в КМДА, в конце концов они его поставили, она добилась. Кстати, хочу даже сказать теплые слова, наверное, впервые в жизни не Кличко, а тому человеку, который занимался этим. Они перезвонили и спросили, ну как хорошо, все, да, поставили. Вот. И мы начали, собственно говоря, уже, потому что мы возили через весь город на сортировку. Вот теперь мы можем сортировать, как бы, да, пластик. Мы его и так мало покупаем, но тем не менее выбрасываем вот туда. Сегодня, вот когда я ехал уже к вам, я вышел и увидел там, на этом контейнере вот такими вот буквами, просто 50-сантиметровыми написано: только для пластика. Только пластик, другие не выкидывать, ведется видеопостережение, видеонаблюдение. Я когда вышел, да, мне нужно было выкинуть, захватил мусор, ну, как это часто бывает, ну, да, как мы все, выходя из дома. Да, я увидел, что оно забито всем подряд. Банановые шкорки, картонные стаканчики из-под кофе, тетрапаки из-под вина. Может, они все пластиковые? Какие-то, ну, нет. Какие-то огрызки, какие-то остатки банок консервных, да, вот. Поэтому главным вызовом, который стоит перед украинцами, являются сами украинцы, серьезно. То есть нужно душить в себе тварей вот этих вот животных, да, которые думают, что после меня хоть потоп. То есть нужно, ну, я говорю, украинцы, то есть я говорю, главный наш вызов — это мы сами. Ну, то есть понятно, мы же это делаем на самом-то деле. И пусть я не делаю, но зато это делает 10 других людей. Поэтому нужно все-таки научиться уважать свою землю, а не относиться к ней вот именно по-советски, что я буду делать все, что угодно, да, лишь бы государство не видело, а оно потом придет, наведет порядок, никто никуда не придет. И второй вызов — это... Безусловно, безусловно, это страшное средневековое невежество населения. Вот, да, это правда. Что вы под этим подразумеваете? Ну, аншлаги на концерте Поплавского, например. Ну, а почему нет? Ну, Вы связываете это напрямую с количеством денег, которые есть у людей, с благосостоянием украинских людей? Вы знаете, я вам скажу так. Я был... Я последний раз был в Нью-Йорке, я не попал на концерт, есть такой исполнитель Бек Хансен, ну, известный достаточно музыкант, у него был концерт Madison Square Garden. Я не попал, ну, потому что уже не успел купить билеты, и билет в Madison Square Garden, да, на этот сольный концерт двухчасовый с разогревом, со всеми делами, стоил $70.
Билет на Олега Винника, насколько я помню, стоит где-то в районе 1000 гривен, где-то 1500 гривен, то есть, ну, как бы, да, вот тот же. В Киев приезжает очень много исполнителей, которые, ну, для меня являются как бы синонимом, да, настоящего искусства. На них нет солдаутов, а на Поплавского есть, на Винника есть, на Ирину Федышин, на Виагру, на Меладзе, на Гарика, пардон, мать его, Кричевского. Вот. На вот этот весь тухлый холодец почему-то есть спрос. И о чем это может свидетельствовать, как не о невежестве? Ну, в общем-то, давайте вот можем на этом. Может быть, на этом мы остановимся. Потому что мы можем еще поговорить о кино, мы можем поговорить о литературе, мы можем поговорить о других формах искусства и так далее, и так далее. Так это Киев. В Киеве еще неплохо. Вы связываете это с благосостоянием все-таки? Я говорю, считаю, не о цене на билет, а я говорю о том, что даже учителя, даже в Киеве, я уже не говорю там в глубинке, не могут позволить себе купить лишнюю книгу, потому что это очень дорого, не могут подписаться на газеты и журналы, потому что это очень дорого, закрывающиеся газеты и журналы, потому что на них никто не подписывается. А если это все в системе, так что вас удивляет и в Поплавском, я не понимаю, тогда? Вот о таком благосостоянии я говорю. Хорошо, я сейчас не буду, конечно... Ну, скажу такую вещь: зачем покупать книги, если у вас нет на это денег? Читайте интернет. Боже мой, откройте, пожалуйста, сейчас есть там Гуртом Толока. Я не рекламирую, конечно, это. Не, почему? Наоборот, если это прорекламируете. Это хороший торрент-ресурс, на котором сосредоточено огромное, баснословное просто количество украиноязычного контента. Музыка, литература, фильмы, документальные и так далее, и так далее. Называется Гуртом Толока? Ну, Толока, да. Толока. Гуртом, да. Толока. Вот. Если вы тяготеете к русскоязычному какому-то контенту, есть Флибуста, да, вот, и так далее, и так далее. Послушайте, ну, это ведь на самом деле лукавство, да, как, если мы будем говорить, что у нас нет возможности покупать книги, именно поэтому мы читаем. Поскольку, ну, я не могу купить себе книгу за 200 гривен, я куплю там какую-нибудь там «Комсомольскую правду», «Толстушку» и буду читать, «Чем покакала Вера Брежнева», да, вчера. Ну, извините. Это очень такая для меня тема, знаете, поэтому я немного могу переходить. Вы можете меня, в принципе, бить по губам, мы близко сидим, не надо, поэтому, зачем? Пожалуйста. Я внимательно слушаю. Вот, поэтому это же вопрос на самом-то деле очень простой, то есть вилка очень простая на самом-то деле. Либо ты находишь способ интересоваться какими-то актуальными формами искусства, да, либо тебя действительно волнует кал Веры Брежневой. Два варианта, серьезно. Телевидение тут может вообще какую-то роль? Телевидение еще должно уже играть. Должно играть, конечно же, образовывающую роль, но только не у нас. Когда перестала выполнять эту роль? А когда начинала? Ну, не знаю. Я... Нет, вы, кстати, помните вот эти... Вот, вы ругаете Советский Союз в этом смысле. Я тоже с вами соглашусь во многом. Но я помню прекрасно, помните передачи там «Международная панорама», «В мире животных». Что у них было? Вы давно смотрели «Международную панораму»? Нет, ну еще в детстве, конечно. А я недавно пересматривал, вот там, вот где сидела... Старую вот этот, или новую? Ну, старую, ну, с Бовиным, вот да, когда сидела вот эта вот субстанция, да, вот с усами и с такими паузами, чваканьями, там, рассказывала нам о международной ситуации. Там вообще был шедевральный абсолютно сюжет, да, когда молодые коммунисты ГДР вышли на протест против чего-то, да? Нет, молодые коммунисты ФРГ вышли на какой-то протест против чего-то, и потом они просто вот берут синхрон у какого-то прохожего там старика, вот, он что-то говорит, они даже перевода не дают, и потом такой закадровый, да, возвращается в студию все, и он сидит такой... Старый нацист. Вот, поэтому, ну какая она хорошая. Умели на советском телевидении. Да, ну какая она хорошая. Были так, люди программа. В наше время. Нет, единственное, что там было хорошего, скажем так, ну и чего на самом-то деле, что я хотел бы, чтобы вот сейчас существовало, это что, где, когда. Ну, потому что я за любой интеллектуальный движ, так сказать. Ну, а КВН, вот, нам и так хватает, я правильно понимаю?
КВН, ведь КВН перестал быть интеллектуальным, практически возродившись сразу. То есть там уже, собственно говоря, с середины 90-х, даже, наверное, с 93-го он уже утратил абсолютно свою интеллектуальную какую-то подоплеку и превратился в обычное шоу со смехуёчками. Ну вот так бы я сказал. Вот видите, я снова отвлекся, и вы меня... Не, ну я вас постоянно куда-то веду, но мне просто интересно. Я просто уточняю некоторые моменты. Вы говорите... А, телевидение. Вы спросили по поводу телевидения. Да, естественно. Конечно. Естественно, телевидение должно... Ну как, оно... Как и любой... Ну хотелось бы, вот давайте. Ну так. Понимаете, ну стоит вот на рынке женщина продает там нижнее белье, гамаши и так далее, и так далее, и так далее, купленные где-нибудь там в Китае на Алике. Вот, которые ты одеваешь, и, ну, то есть один раз, да, вот, продает за, ну, там, за бешеные деньги, ну, относительно. Вот, за эти же деньги, по большому счету, если поднапрячься, можно их купить где-нибудь в каких-то в этих всех сетевых магазинах, ну, типа там H&M на стоках, там Old Navy, да, их сотни их на самом-то деле. Можно то же самое купить, оно будет качественнее. Понимаете? Вот. Ну, ведь ты не докажешь ей, что, ну, что лучше так делать. Потому что ей проще там, по привычке взять какого-то перекупа, который берет, там, условно говоря, на каком-то Алике или где-то или из одесской контрабанды где-то и так далее, и так далее. Потому что для них так хорошо, потому что люди берут, потому что, pardon, people have it. Вот точно так же и телевизор. А что телевизор? Ну ведь ни для кого не секрет, что существует усредненный образ телезрителя, да, целевой аудитории. На 1+1 это была такая женщина, которую звали Антонина, ей там 36-38 лет. Она такая, ну не особо, конечно, звезд с неба, так сказать, не хватает. Вот. Но это абсолютно, конечно же, такой сексистский, прагматичный, вот такой, я бы сказал, даже политтехнологический образ этой женщины. У нее там муж, семья, дети и так далее, и так далее. Вот что ей интересно. И что интересно Антонине, мы видим сейчас на тех же 1+1. Это танцы. Ну, как бы танцы есть везде, но окей, ладно, кому-то интересно. Это какие-то там голос краины, да? Вот, ну, опять же, да, ну, попсовый абсолютно конкурс. Если посмотреть там те же американские аналоги, вот там, несмотря на их популярность, явную поп-ориентированность, ну, конечно же, уровень выше. Но, с другой стороны, вы же понимаете, там же сидит в жюри, допустим, Стивен Тайлер, да, там, или этот Адам Левин, да, вот, а у нас сидит Потап. Ну, какие судьи, соответственно, такой контент. Вот, хотя и оттуда выходили, как бы, ну, достаточно неплохие люди. Вот Юка, например, насколько я знаю, ну, они же там с «Голоса Украины» вышли, ну, просто красавчики. И она, и он просто молодцы. И, опять же, люди, которые, я считаю, развивают. Которые тоже уперлись и вот ведут свое, так сказать, изматывающее культурное сопротивление, да, осуществляют вот этому вот внешнему всему этому паскудному миру. И я считаю, что это очень круто. Вот. А так, вот это вот Порошенко, брата-убийца, там, я не знаю, там, сосед изнасиловал там корову у другого соседа. Вот все то, что мы слышим, да, убили, расчленили и так далее, и так далее. Ведь оно появляется не потому, что, не только потому, что так хотят владельцы каналов или такова редакционная политика, потому что людям это нравится, потому что люди это смотрят, потому что расчлененка всегда дает рейтинг, это правда. И не только у нас. Посмотрите в России скандал с этим Соколовым, да, с историком, который расчленил. Да посмотрите, там уже максимальный хайп. Я просто иногда смотрю Невзорова, да. Я смотрю, что, ну, то есть у него там 20 роликов на эту тему уже записано. То есть, как говорит один редактор одного из всеукраинских новостных сайтов, что слово... в заголовке дает еще 30 тысяч просмотров дополнительно. Понимаете? Да, вот, это... да, вот то же самое. Поэтому мы, ну, как бы мы имеем дело, в общем-то, надо понять, что мы имеем дело прежде всего с самими собой. То есть, когда мы говорим, ой, кто это, зачем вы вот это показываете? Может, превращаемся все просто в этого Ивана Дулина, Светлакова, который разговаривает с телевизором. Но ведь надо понимать самое главное, что
двусторонняя связь возникает только тогда, когда две стороны. Оставь телевизор в закрытой комнате, не включи его, и она исчезнет. Вот и все. Это вы так немножко прорекламировали свою работу на YouTube-канале, признайтесь честно? Нет. Ну вот я думала, вы поймаете мою шутку и скажете, конечно, да. Да конечно, смотрите то, что я делаю. Нет, я, кстати, я вам скажу честно, что я достаточно, я не то, что достаточно, я очень самокритичный и откровенный человек, поэтому я не рекламирую, я и так все свое возьму. Знаете, вот если меня чему жизнь научила, особенно после войны, что нужно просто вставать, да, вот утром и идти делать свое дело, и тогда у тебя все будет. И это правда. Поэтому я, конечно же, призываю всех глядачей уже. Вот, ну, у нас просто сегодня русскоязычное интервью. Вот, я, конечно же, призываю всех там, ваших фолловеров своих. И своих фолловеров, да, смотреть программу «Антиподы» на Израиле, которой. А что мне сказал? На Израиле, на Исландии. Вот это да. Ну, в принципе, тоже неплохо. Я так слушайте, поняла, что если... вы анонсировали создание просто второго. Но если есть телеканал «Исландия», почему бы не быть телеканалом «Израиль»? Израиль? Да. Ну вот видите, надо, кстати, открывать. Все, я забил эту тему. Да, вот, смотрите, даже Target Audience, понятно. Смотрите программу «Антиподы» на Исландии. Я хочу, ну, я планирую действительно сделать ее нестандартной, так сказать, с точки зрения налаживания коммуникации. И я думаю, что будет еще масса других проектов, все только начинается. Израиль вы уже проанонсировали. Израиль я уже проанонсировал, я думаю, в принципе, открыт для донатов, да, если что, там со стороны Израиля, хотя что-то мне подсказывает, что оттуда как раз ждать особо и не стоит. Вот, Бабченко говорит, что не очень все хорошо с донатами в Израиле. Вот, поэтому будем, вот и как и вы, как и много других людей, как группа Юка Дахабраха и там, сайт Катакульт, вот, прекрасный, вот там Арт Магеддон, и там Саша Пролетарский в Одессе, допустим. Абсолютно разные люди, просто сопротивляться этому паскудному советскому миру, и рано или поздно мы его изменим, потому что к нам уже приближается очень серьезное подкрепление в виде молодых поколений. Сергей Иванов был сегодня у нас в гостях. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо, были очень рады вас видеть. Спасибо. Взаимно. А вы оставайтесь с нами, мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ и, конечно, наш партнер, медицинский центр «Призма». Спасибо.